Полицейские нашли автоледи, которая повредила дорожное ограждение в Иркутске. Напомню, инцидент произошел вечером 8 июля на Верхней набережной. Девушка за рулем автомобиля Toyota Mark II не справилась с управлением и чуть не съехала в реку. После ДТП она оставила машину и скрылась с места до приезда сотрудника полиции. Получается, подружка, она была выпившая. Вот у меня артрит, дорога скользкая, она мне дернула за руку, он даже синяк остался. У меня вот этот сустав воспален. У меня руль крутанулся, дорога скользкая, у меня шла в занос, у меня шипы, я на тормоз жму, задний привод. И если бы я руль не крутанула, получается, налево, то я бы прям туда и уехал. В отношении нарушительницы составлены протоколы за отсутствие страхового полиса ОСАГО и повреждение дорожных сооружений. За оставление места ДТП девушке грозит наказание в виде лишения водительских прав на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.